Это маленький шоколадный тортик, который получился у нас из вот такой коробочки. Когда мы начнем делать, вы все увидите. Но для приготовления этого брауни нам понадобится 3 яйца, полстакана масла и немножко меньше, чем полстакана воды. Все это смешивается миксером и потом выпекается в духовке. Ну что, приступим? Мати тепло, люди добрі. А де ж ці люди? Всі по углам. Хто за телевизором, хто за комп'ютером, слово доброго не услышиш. Вот сегодня я придумала спечь тортик. И как только он начнет пахнуть, сразу все соберутся, чтобы его съесть. Ну а теперь приступим к работе. Долго я мучиться не буду, потому что уже вечер, и я использую вот такую коробочку, чтобы сделать брауни. Еще мне понадобится 3 яйца. Вот я их сразу в миску разобью. Вот так, 3 яйца. Теперь понадобится миксер. Сейчас я его включу. Вот так. Яйца разбиты. Теперь водичку сюда. Водичку было чуть меньше, чем полстакана. Туда. Все, теперь я высыпу весь этот пакет отсюда. Вот он. Тоже это размешаю. Готово, когда миксер начинает писать узоры. Вот такие. В самом конце добавляю полстакана масла. Теперь видите, у нас все в шоколаде. Теперь я это все положу в такую формочку. Предварительно я ее смазала маслом, чтобы наш тортик не пристал. Это пойдет сюда. И выливаем.
Еще у меня есть такая лопаточка, она помогает собрать то, что не вылилось. То, что не вылилось, то потом помоется. Теперь наша плита на 350 градусов. Эту емкость я ставлю сюда. Закрываю печку. И теперь мы будем ждать 45 минут, пока он спечется. Я выключаю печку. Вот он какой. Наш маленький брауни готов. Как он пахнет. Какой он красивый. Он как домик шоколадный. Вот он со всех сторон. Как он пахнет! Он просто дышит вот через вот эти все дырочки, как живой. Вы это почувствуете, когда сами испечете. Этот маленький тортик поднимет вам вечернее настроение и оставит приятные воспоминания о сегодняшнем вечере. Thank you.